Господи, боже мой, надо, ребят, искать, наверное, другие пути. Сохранить, а? Что это? Ой! Ой! Нет, не ори на меня! Только самые клевые ребята в мире успеют поставить лайк за 3 секунды. Всем здорово, друзья, с вами по-прежнему Овер, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием SCP Containment Breach. Если перевести на русский, то получается SCP нарушение условий содержания. Вот такая вот, ребят, у нас страшилка сегодня будет. Я надеюсь, что видосик вам понравится. Мне уже, ребят, не терпится поиграть в эту игрушку, так давайте быстрее и начнем. Ну что ж, ребят, мы очутились в какой-то камере, и, насколько я понял, мы играем за D-класс, ребят, за D-шек. Так, что у нас тут есть? Короче, мы тут спим, тут раковина, здесь ходим по своим делам. Возьмите бумагу со стола. Так, нажмите Tab, хорошо. Давайте посмотрим, ребят. Информация для персонала класса D. Адреса фонда SCP и его сотрудников, мы приветствуем вас. Вы проведете месяц, работая в одном из наших совершенно секретных исследовательских комплексов. К сожалению, подробности вашей предстоящей работы засекречены. Так, подождите. Необходимо открыть камеру 3.11. О, это нас сейчас выпустят? Там кто-то, ребят, общается просто? Здорово, мужики. Следую за вами. Хорошо, короче, ребят, как я понял, для нас есть работенка, и куда-то нас, короче, ведут, ребят, вместе с вами. Сейчас мы посмотрим вообще, чем мы будем заниматься в этом секретном исследовательском комплексе. Роузвуд, пожалуйста, пройдите в административный комплекс. Да, какие-то тут объявления и так далее, мужики общаются. В общем, друзья, действительно интересно, я проникся прям жестко тематикой SCP, друзья, наткнулся на эту игрушку, это действительно классно. По которой я все еще прихожу сюда, это пицца. Я не знаю, что в ней такого, но она вкусная. А рыбная запеканка, напротив, отвратительная мерзость. И она должна быть здесь заперта вместе со всеми этими уродами. Напоминаем всем сотрудникам о том, что мотивационные семинары проводят... Мужики тут просто общаются, друзья. Я послушал вообще разговоры, о чем идет речь. Все, мы куда-то пришли. Приходите и мотивируйтесь. Однако, не важно. И кстати. Так, что он нам даст? А, вот, он нам дал бумажку, ребят. Смотрите-ка. В общем, общались мужики, я слушал, там что-то про пиццу было и так далее. Итак, друзья, смотрите, нам дали про объект, собственно, пояснение. Вот такие обычные условия, особые условия содержания SCP-173 должен постоянно храниться в закрытом контейнере. При посещении персоналом контейнера в контейнер должно входить не менее 3 человек, и дверь должна быть немедленно заперта за ними. 2 лица должны постоянно поддерживать прямой контакт. Ну, понятно, ребят, если мы, короче, из поля зрения... уберем этот объект, всем будет хана. Описание. Происхождение все еще неизвестно, изготовлено из бетонной арматуры со следами аэрозольной краски. Давайте еще посмотрим, ребят, что нам тут-то написали. Так, мы проведем месяц, так-то-так, непонятно, чем будем заниматься. Пожалуйста, запомните свое обозначение. Мы D9341. Так как, начиная с этого момента, персонал будет обращаться к вам именно так. Во время работы вы примете участие в различных процедурах тестирования. Ну, короче, все понятно, ребята. Как я понял, мы просто работники и так далее с вами. И сейчас пойдем к объекту 173, друзья. Ладно, тогда заходим, ребят, в комнату, смотрим, что. Мы, кстати, не можем сохраниться, к сожалению. Так, нажмите пробел, чтобы моргнуть. Все, ладно, я понял. Короче, ребят, смотрите, кто это, напишите в комментариях, кто, ребят, догадался уже, что это за объект, именно как называется. И все, короче, нам нужно смотреть именно, друзья, на него. Если мы отвернемся, будет хана просто, друзья. Так, что-то сломалось, ворота, ребят, не работают, походу. Не закрыли за нами, а там писались, чтобы ворота обязательно были закрыты. Ладно, и, ребят, я немножко выбежал. А, смотрю, смотрю на него, смотрю, смотрю, о господи, ой, что происходит, господи, так, F5, игра сохранена, офигеть, ребят, пошла движуха, погнали, короче, отсюда, может, двери будем еще за собой закрывать, вы нажали, но ничего не произошло, куда, ребят, бежать-то, ой-ой-ой, 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 он там сзади. Убегаем, дверь заперта, ребят, господи, серьезно. Ш
что нам делать, ребятки? Я так начал нервничать что-то. Это у нас страшилка, а я боюсь играть в хорроры. Господи, SCP-шка сошла с ума, друзья. Так, ладно. Нам нужно как-то вообще выбираться, ребят. Так, и еще надо чекать, чтобы ничего с нами не произошло. Вот это, ребят, эпик пошел с первых вообще минут игры. Так, ладно, хорошо. Тут ничего не работает, я понял. Но, походу, нам надо вниз, ребят. О, господи. Где-то я видел здесь, ребят. Ой, дверь заперта. Что же делать-то? Погнали сюда. О, фух. Закрываем, ребят, за собой. Господи, ребят, офигеть. Вот это да. Самое главное, чтобы мы остались в живых. Потому что если мы умрем, будет очень обидно. Вау! Стоп, ладно, я туда, короче, не пойду, друзья. Я все понял. Давайте попробуем найти другой путь. Так, закроем. Может быть, сюда? А, ясненько. Понятно, друзья, не сюда надо было идти. Вот это да, к сожалению, я умер. Ну ладно, еще раз попробуем. Так, все, у нас тут сразу пошла движуха. Мы уже, ребят, бежим по выученному пути. Опа. Опа. Не отводи взгляд. Что происходит? Им... Ой. Им сейчас хана будет. Там, короче, ребят, объекта всех убивает. Так, дверь закрыта, ребят. Стоп. Мы же в прошлый раз сюда шли. Короче, друзья, SCP просто вышли из-под контроля, понимаете, ребят? А, вот сюда мы шли, все, точно. Офигеть, боже мой, ребят, в лаборатории в секретной произошел жесткий коллапс, друзья. И все, так, тут сейчас девчонка. Да, все, ребят, и туда нам идти не надо. Короче, нам нужно идти, походу, прямо, ребят, насколько я понял. День пиццы, сегодня день пиццы, друзья, по кайфу, это, конечно, круто. Но закрываем за собой, пожалуйста. Все, хорошо. Но кушать я не хочу, я хочу выжить. Так, тут у нас 012 объект, ребят. Психическое воздействие. Хорошо, ладно, нам, короче, не сюда. Погнали, а мы можем сохраниться? Игра сохранена. Так, ребят, если мы пойдем сюда, мы с вами умрем, скорее всего. Блин, а что же делать-то? Ё-моё, все, я уже запутался, ребят. Потому что еще страшно очень сильно. Так, вот сюда мы не можем попасть. Но у нас везде эти ворота. Ладно, давайте, короче, пойдем вот в те, в дальние, ребят, ворота. Закрывай, спасибо. Офигеть, ребят, это просто очень страшно, господи. Ладно, давайте попробуем. Не переходить, когда ворота Теслы включены. Они включены, как нам их выключить? Ну да, они включены. Господи, ребят, вот это жестко. Понимаете, ребят, по лаборатории бегает SCP, блин, 173-й. И так как бы страшно, требуется ключ-карта, ребят. Нам нужно вообще как-то выключить все эти ворота дебильские, которые работают. Ну-ка, что это? Только для уполномоченных лиц. Ну, как я понял, нам нужно, наверное, сюда, ребят, попасть, чтобы тут как-то отключить через вот эту всю систему. Так, давайте моргнем, чтобы фул было. Может быть, ребят, у нее надо как-то забрать что-нибудь. Может быть, все-таки, ребят, у этой девчонки надо взять какую-нибудь карту или что-нибудь такое. Я не знаю, подождите. О! У нас срабатывает электричество, а девчонка лежит. И то есть мы можем пробежать! Есть! Блин, ребят, это что-то было довольно сложно, но хорошо, что я хоть сейчас понял, как тут проходить. Ё-моё, то бы так застряли. Не использовать записывающее оборудование запрещено. Блин, а я это все снимаю, ребят, и вам покажу. Ну ладно, надеюсь, никто против не будет. Блин, если честно, вот после такого страшнее еще становится. Я хотел сказать, что очень страшно, друзья. Прям капец. Главное не обкекаться сегодня. Нет! Я не сохранился, блин! Офигеть, ребят! Вот это жесть! Ладненько, ребят, пробуем еще разочек. Все, вот тут сохранился на всякий случай. Господи, ребят, это просто невероятно как страшно, блин! Чё ж нам там надо как-то выжить, друзья? Может, просто побежали вот так? Вот сюда? Пожалуйста, дверь! Спасибо! Дверь! Закрывайся! У-ху-ху. Фух, по идее, я, друзья, пробежал. По идее, все нормально. Буду сохраняться, ребят, каждые 10 секунд. Я невероятно, мне страшно.
Что ж тут вообще надо сделать? О! Ясненько. Новости хорошие, но я пошел все равно сюда. Так. У-ху! Офигеть, друзья. Вот это просто четко. Вот это я понимаю страшилка SCP. Вот это я понимаю страшно, друзья. А не так, как мы играли до этого. Вообще я там особо не боялся. Так. О, наконец-то, карту, подождите, я взял. Это то, о чем я думаю. Ключ карт первого уровня, пустой стакан. Ладно, все это возьмем, пусть будет. Заходим, двери за собой. Так, новое достижение, пространственный рекурсивный феномен. Я не знаю, ребят, что это значит. Напишите в комментариях. Так, что у нас тут еще? Что это я такое нашел? А, батарейка, неплохо. И бумажечку, друзья, нашли. Документ SCP-939. Так, являются теплокровными стайными хищниками, некоторые органы системы которых атрофировались, как у троглобионтов. Кожа 939 хорошо пропускает влагу. Красная и полупрозрачная. Средний рост выпрямившейся особи 2-2,5 метра, вес 250 кг. Офигеть! Излюбленный метод для замания жертвы – имитация человеческой речи голосом убитых ранее жертв. Короче, эти животные, ребят, будут имитировать человеческие звуки, человеческую речь, чтобы приманить к себе людей. И потом, ну, соответственно, также уничтожить, убить, ребят, либо что-то такое прям жесткое сделать. Так, я не знаю, я вообще правильно иду? О! Кто-то болтает, ребят. Ну-ка, что тут такое? Ну, ладно, ребят, ничего, хорошо. Я слышал, кто-то разговаривал. Так, куда мы пришли? Подождите, давайте сохранимся, ребят. Так, что это? Блокпост заблокирован. Сбой системы. Мы пришли в блокпост, друзья. Ага, ключ-карта повышенного уровня, друзья, нам нужна. Там какие-то звуки, кто-то умирает, кто-то кричит, ребят, кто-то вопит, сопит и так далее. Господи, боже мой, надо, ребят, искать, наверное, другие пути. Сохраниться. Ха-ха! Что это? Меня! Господи! О, это что, ребят, за объект такой был интересный? Все? Никто нас больше доставать не будет? Крикун маленький. О, господи, короче, как я понял, все объекты, ребят, сбежали. Ой-ой-ой, мужики! Стой! Лифт сломан. Все, мне уже не попасть к ним? Бог ты мой. Обидно. Обидно, друзья, было. Так, ладно, куда нам бежать? Ну, пойдем сюда. О, кровушка! Так, дверь. Хорошо. Фух, друзья, не наткнуться бы ни на каких зверюшек. Так, тут у нас мы не пройдем. А здесь? А, здесь пройдем. Хорошо, ребят. Блин, я не подозреваю вообще, чем кончится все это дело. А, лол, мы вернулись в блокпост. Серьезно, я хожу кругами, друзья. Правда? О, понятненько. Да, ребят, я действительно хожу, короче, кругами, как дурачок. Ладно, погнали тогда, попробуем выбраться. Так, тут у нас... Я понял. Я все понял, бежим вообще обратно, ребят. Так, сюда теперь хочу. Фух, ты... лол, это не кругами, друзья, мы бегаем. Это разные вообще вещи. Но все равно, в любом случае, как бы то ни было, нам нужно бежать назад, ребят. Собственно, мы и бежим. Лифт сломан, понятно, сюда заходил пацаненок. Так, мы это все закроем на всякий случай. Все, ребят, тут на нас, по-моему, кричал медведь какой-то маленький, какой-то объект из спины. Пишите в комментах, что это было вообще такое. Но это точно не хищник 250 килограммов и не имитация, ребят, человеческого голоса. Это были жесткие крики. Так, давайте сюда. А, вот он. О, заткнись! Ладно, все, я понял, короче, ребят. Я все понял. Блин, опять блокпост. Короче, куда нам нужно бежать, друзья? Меня уже сводит немножко с ума все это дело. Мы ходим, по-моему, по одним и тем же местам. Ладно, короче, давайте вот так вот идти. Может, тут что будем интересного находить? Погнали, прям вот так вот, короче. Прямо. Опять сюда пойдем. Че тут? Идем еще сюда. Не буду закрывать двери, друзья. Не знаю. Мне кажется, лучше, конечно, закрывать за собой. Но пофиг. Погнали. Мне кажется, я слишком далеко, друзья, пошел. Да. Мне кажется, мы сейчас просто сдохнем и все. Что тут у нас? Так, тут у нас что? Ключ-карта. Тут что?
Все это, короче, ведет, ребят, к блокпост. А, вон выход. Стоп. А, вот уже новые, ребят, объекты пошли. Так, класс объекта безопасный. Мы вошли, короче, просто в другую, ребят, уже часть. Так, тут у нас объект. Серьезно? Вот, сейчас мы про него можем прочитать, друзья. Класс объекта безопасный, но... О-о-о! Хорошо, противогаз, ребята, у нас уже есть. Вот это неплохо. Вот это четко. Ну, в принципе, друзья, я не знаю, я могу бегать тут просто миллиарды лет. Напишите в комментариях вообще, понравилась ли вам данная игрушка, хотите ли вы видеть продолжение всего этого дела. Напишите в комментариях, что это был за медведь вот этот кричащий. Напишите вообще, что я неправильно делаю, а мне кажется, ребят, я что-то делаю реально неправильно. Особо на меня не ругайтесь в комментариях. Вот, пишите свои советики по этой замечательной игрушке. Пару раз я поумирал, друзья, это было довольно забавно. Ну а на этом, в принципе, мой ролик заканчивается, ребят. Мы сохранимся с вами на этом моменте, отсюда и продолжим, если вы захотите видеть продолжение. Я желаю, ребят, вам всем всего-всего самого наилучшего. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами по-прежнему был Овер. Всем удачи, ребят, хорошего настроения, не болейте, успехов. Спасибо за просмотр и пока-пока.